Новая линейка Nikon Coolpix L предназначена для новичков, которые не хотят тратиться на дорогую профессиональную технику. Возглавила серию новая модель L820. Она оснащена 30-кратным объективом со стабилизацией, 16-мегапиксельным сенсором и способна записывать видео в режиме Full HD. И самое главное, чтобы сделать хорошие снимки, достаточно просто выбрать автоматический режим и нажать на спуск. Корпус изготовлен из недорогого пластика, который немного прогибается при нажатии. Однако это не влияет на удобство съемки и качество фотографий. Наоборот, массивность и сопоставимые с зеркалками габариты придают аппарату солидный вид. А благодаря большому хвату и рифленой резиновой вставке, эта камера очень удобно лежит в руке. Слева на объективе находится дублирующий рычажок трансфокатора под левую руку. Он позволяет аккуратнее масштабировать сцену, не отрывая палец от спуска затвора. В углублении хвата на передней панели нашлось место для лампы подсветки автофокуса. Встроенная вспышка с кнопкой подъема расположена на верхней грани. Тут также находится стереомикрофон, динамик, кнопка включения и спуск затвора с основным рычажком зумирования. Большую часть тыльной стороны камеры занимает 3-дюймовый ЖК-дисплей, чего более чем достаточно для комфортного наблюдения за сюжетом и оценки готовых снимков. Клавиша видеозаписи удобно размещена возле площадки под большой палец. Ниже кнопки выбора режима съемки, просмотра изображения, меню и удаления снимков, а также 4-позиционный джойстик с кнопкой подтверждения. Камера снимает исключительно в автоматических режимах, поэтому быстрый доступ сохранился только к установкам вспышки, экспо-коррекции, макрорежима и автоспуска. Под пластиковой крышкой левой грани скрываются два разъема – microHDMI и комбинированный USB-порт. Справа гнездо для опционального сетевого адаптера питания. Снизу находится штативная резьба и батарейный отсек. Питается камера от 4 пальчиковых батареек. Это могут быть сравнительно недорогие аккумуляторы, долгоживущие литиевые батареи и даже самые обычные щелочные батарейки. Правда, зарядку для аккумуляторов придется покупать отдельно. В комплекте ее нет. Батареи емкостью 2600 мАч позволили отснять более 600 кадров. Превосходный результат для компактной камеры. Также внутри батарейного отсека находится слот для карт памяти формата SD. 30-кратный объектив делает Nikon L820 невероятно универсальной моделью. С помощью его можно снимать как обширные панорамы, так и отдельные объекты крупным планом. Путешественники смогут заснять малейшие детали различных достопримечательностей, а любителям фотоохоты за животными и птицами не придется разглядывать свои трофеи под микроскопом. Аппарат отлично справляется и с макросъемкой. Минимальное фокусное расстояние всего пара сантиметров, так что различная мелкая живность также не останется без внимания. Благодаря оптической стабилизации снимки получаются резкими как в условиях недостаточной освещенности, так и при максимальном зуме. Пользователю доступны несколько автоматических режимов съемки. В простом авторежиме ваша задача только навести камеру на объект и нажать спуск затвора. В большинстве ситуаций автоматика правильно определит сюжет и применит нужные настройки. Если же снимаемый сюжет вам заведомо известен, стоит выбрать одну из 19 сценических программ. Например, снимая быстро движущиеся объекты, включаем режим «Спорт» и вперед! В нем камера перейдет на серийную съемку, которая, кстати, достигает 8 кадров в секунду для 6 изображений в максимальном качестве. Сюжетная программа «Простая панорама» позволяет делать снимки с углом обзора 180 и 360 градусов. Для этого нажимаем спуск затвора и проводим объектив в нужном направлении. Среди сюжетных программ вы также найдете съемку 3D-снимка, которую можно будет посмотреть на телевизоре или мониторе с поддержкой 3D. Автоматический режим, несмотря на свое название, позволяет контролировать некоторые параметры вручную. Среди них баланс белого, уровень чувствительности ISO, режим срабатывания затвора и цветовой профиль. В режиме съемки пользователю доступны 6 цифровых эффектов. Soft filter, ностальгическая сепия, монохромный, высокий ключ, низкий ключ и выборочный цвет. Дополнительные фильтры и эффекты можно применить к уже готовым изображениям в меню редактирования. Возможность съемки видео с разрешением Full HD – еще один несомненный плюс Nikon L820.
Благодаря эффективному оптическому стабилизатору и скорости записи 30 кадров в секунду, картинка не дрожит и не дергается даже при съемке с рук. На данный момент Nikon Coolpix L820 является одним из лучших предложений по соотношению цены и качества съемки в категории доступных суперзумов. К этим преимуществам следует еще добавить интуитивное управление и простоту эксплуатации. Coolpix L820 является идеальной travel-камерой благодаря широчайшим возможностям зум-объектива. А использование универсальных элементов питания гарантирует, что камера не сядет у вас в самый неподходящий момент. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был Свят. Счастливо!